Всем привет, друзья! Очень рада видеть вас на своем канале. Естественно, как вы поняли по названию, сегодня мы будем открывать с вами посылочку от нашего любимого Василька. И посылочка в этот раз очень огромная, очень объемная. Разные категории товаров там успела отхватить. Для дома, для Сони, для мамы, для себя. Для себя, кстати, заказала очень спорную новинку, которая мне понравилась на модели. Но, судя по физическим моим параметрам, это будет мерить на меня очень волнительно. Но, надеюсь, это вещь меня простимулирует на похудение. Как всегда, мы с вами будем открывать посылочку вместе. Мои эмоции будут тут первоначальные, как они есть. Конкурс, конечно же, будет. Традиции не будут как бы нарушены. Да, у меня состояние сейчас какого-то бешеного енота, потому что прибежала с работы, забежала на почту, посылку забрала, Соню накормила, сама полубольная. Но поскорее хочется открыть и вам про это рассказать. Если вдруг кто-то впервые на моем канале, все ссылочки на компанию «Любимый Василек», на все соцсети вы сможете найти внизу в описании. Ну а мы погнали скорее открывать, смотреть и мерить новинки. Посылочка шла, и я успела чуток подзабыть, что же именно я заказала, и давайте смотреть, читать, что же там, потому что что-то смотрю на эти вещи и как будто вижу впервые. Вот три вещи я точно знаю, а все остальные для меня как-то очень странно выглядят. Но давайте по порядку. Так, первое, что мне попалось, это толстовка 50 размера, ну, значит, получается на меня. Состав 95% хлопка, 5% лайкра. Давайте скорее открывать. Вроде бы, да, я помню, что что-то я такое подобное заказывала. Ну, конечно же, это толстовка в моих любимых цветах. Кто давно на моем канале, как вы думаете, какой мой любимый цвет? Даже можете поставить видео на паузу и написать внизу в комментариях, и там проверим, сколько же людей знает меня досконально. Ну, естественно, да, мой любимый цвет черный. А я сейчас смотрю, что эта вот толстовочка будет для меня как бы тоже рискованной. Не знаю, почему-то вот в этот раз заказала очень много рискованных вещей, которые вроде бы по моей фигуре не совсем должны подойти и по моему возрасту, но почему-то мне хотелось. Эта толстовка слегка укороченная, их вроде бы как называют что-то а-ля кроп-топ, она более свободная, не облегающая, но все равно короткая. А основной цвет, естественно, черный, тут у нас белые различные знаки и круглая горловина, рукав нормальный обычный на манжете, ткань, кстати, футер двунитка, но низ, посмотрите, низ какой, низ на резинке, и правда вот не хватает длины. У меня есть несколько брюк с высокой посадкой, мне хочется померить, посмотреть, как это будет сидеть. Думаю, в плечах должно сесть неплохо, но вот по длине, конечно, будет у меня вопросик. Если не подойдет, Соня на вырост, у меня есть кому вещи донашивать. Ну, мы пойдемте с вами мерить. И вот, кстати, вот так кофточка выглядит позади. Вот эта укороченная кофта мне также понравилась. Классно смотрится именно с брюками с завышенной талией. Можно поднять чуть повыше, у кого фигура позволяет, у меня же нет. Поэтому я ее ношу на полную длину. Ну, а в принципе, можно даже будет сохранить и для дочки. Подрастет, в школу будет ходить, и я думаю, ей тоже понравится. Так, следующий. О, полотенечко. Заказала новое полотенце для лица. У меня уже из этой серии были полотенца. Да, как вы видите, это черный цвет или темно-графитовый. Сейчас проверим. А, цвет асфальт называется. Это махровое полотенце. Мне нравится подобный формат. Размер 30 на 50 сантиметров. Вот именно в качестве полотенчиков для лица их использовать очень классно. Особенно в качестве детского полотенчика для лица. Ничего примечательного, но для меня это, конечно же, мой любимый цвет. У меня у меня ванна в серых тонах. И вот именно вот такие акцентные, скажем так, темно-яркие полотенца на полотенцесушителе смотрятся действительно классно. И удобно то, что цвет темный, какие-то, вы знаете, со временем они, я заметила, менее изнашиваются от постоянных стирок, поэтому отдаю предпочтение вот этому цвету.
Следующее, что я заказала. О, ну тут у меня, знаете, вот сколько раз я заказывала, столько раз хотелось что-то воплотить, это различные тканевые отрезы. Вы знаете, кто постоянно смотрит Василёк, кто постоянно на сайте заказывает, отслеживает новинки, у компании есть такой раздел, как ткани на отрез. И это там идут какие-то остатки, непартийные товары. И вот именно они стоят очень бюджетно и для рукодельниц подходят лучше всего. Я заказывала очень много отрезов в плане того, чтобы сделать какие-то коробочки для хранения, обшить, обтянуть, обклеить. Но у меня катастрофически не хватает времени на это. Но вот желание именно это сделать есть. И когда я увидела вот такой наборчик, состоящий из 4 кусочков ткани, это набор ткани для рукоделия, все заговариваюсь, и я уже замоталась. Кстати, открою секрет, я еще сейчас участвую в предвыборной кампании. Так что у меня нагрузки выше крыши, и я не знаю, как я еще держусь. Серия называется «Джек». Кусочки размером 50 на 50 сантиметров. Серия «Love весна». И тут у нас кусочки черного цвета с какими-то надписями. Белый в горошек, еще черный и белый. Пойдемте вскроем, посмотрим. А я подумаю, что из этого сделать. Может, коробочку какую-то красивую. Кстати, коробок у меня очень много выкидывать, которых жалко. Что-нибудь да придумаю. Так, следующий пухляж. Зацепилась. Следующий пухляж маленький, это, естественно, носки. Носки размером 31 на 30, с 31 по 36, это носки для мальчиков, подростковые, но я заказала для Сони, как вы знаете, у меня дочка. Набор из 6 штук. Почему заказала? А да потому, что вот такие темные расцветочки, они носки, действительно, более ноские, какой-то каламбур получился. И да, кстати, друзья, сейчас хейтеры набегут, скажут, ты много болтаешь, лишней болтовни. Но я же не буду, как диктор, сидеть перед вами. Просто я купила то, я купила это. Я с вами общаюсь, как с моими друзьями. Мне нравится с вами общаться. Поэтому, кому не нравится, не смотрите. Да, я болтаю, несу всякую околесицу. И я знаю, что многим это нравится. Хватит нам стоять в каких-то рамках. Нужно быть более раскрепощенными. И это вот такие носочки. Чуть у них там есть декор. Кстати, наверное, типа со своей тематикой у нас вот такая звездочка. В состав 80% хлопка, 15% полиамида и 5% лайкры. Вот такие серенькие, чуть потемнее серенькие, вот такие светленькие, светло. Зайка, можно потише, пожалуйста, песни петь? Соня «Седую ночь» поет. И вот такие черненькие носки. Очень приятные на ощупь. Они, кстати, я смотрю, будут высокие. Сейчас одну пару открою с вами. Но вот в носке такие расцветки мне действительно нравятся. Так, следующее. Что у меня тут? Что-то 50-го. О, да, это мое любимое. Вы знаете... В последнее время в Васильке появилось очень много классных кофточек. Это лонгслив. Помните, я вам показывала кофту с танцовщицей, вот такая типа неоновая. Потом кофта была с серебристо-золотистым вот тут каким-то прямоугольником и надписи. И они очень удобны на повседневную носку. Комфортные, легкие, сидят хорошо, скрывают какие-то бачка. И я когда увидела новую модель, которая называется... Да никак она не называется. Просто цвет черный и код 70085. Решила еще заказать. Ну, мне там прям очень понравилась. Такая классная, знаете, тематика. По составу все это точно такое же. Кстати, состав 100% хлопок. И в стирке они классные, и в носке они классные. Ничего не садится, ничего. В машинку просто кидаю. Ухода никакого дополнительного не требует. Посмотрите, какая красота. Посмотрите. Ой, нос зачесался, берет. Ворон. Ворон на вот таком фоне. Я не знаю, мне почему-то понравилось. Посмотрите. Ну, я думаю, выглядит действительно очень интересно, классно, так загадочно. Ворон такой классный, наверное, завтра уже на работу в нем пойду. Слегка чуть-чуть расклешенная к низу, ну и рукавчик у нас обычно очень приятный, очень комфортный. Вот прям советую. На мой 50-й заказываю 50-й, все садится хорошо. Ворон меня просто порадовал. Прям мое настроение по жизни, такой черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой. Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой. Погнали мерить. Ну да, мне эта кофта очень сильно понравилась, потому что такие модели я заказываю не первый раз. В этом варианте чуть-чуть кофта покороче, но при этом она классно будет смотреться с джинсами завышенной талией. Ношу уже не первую неделю, довольно как слон.
Ну и, конечно же, друзья, конкурс. Как всегда, в каждом видео распаковки и посылки от нашего любимого Василька я запускаю конкурс. Сегодня мы с вами будем разыгрывать денежку на телефон в размере 400 рублей. Условия, как всегда, простые. Быть подписанным на мой канал, открывайте подписки, чтобы другие зрители, чтобы у других зрителей не возникало вопросов, подписаны вы или нет. Ставьте лайк видео, пишите в комментариях «Я участвую». Ну и при желании можете дополнить комментарий какими-то еще пожеланиями, либо отзывом о тех вещах, которые я показала. Так, следующее, это, наверное, Соника, да, это костюмчик на 146 рост, костюм, кажется, с бриджами, там дыничка удлиненная, ну, как видите, что-то я в этот раз заказала вот такие темные вещи, как на подбор, ну, люблю, я люблю, а нет, чуть ошиблась я насчет брючек, ну, ладно. Так, посмотрите. Вот такая у нас футболочка-туничка свободного покроя, рукавчик где-то до изгиба локтя, круглая горловина, основной черный цвет и вот такие радужные разводы, интересные, красивые, неоновые, яркие. Позади вот таким образом выглядит. И в комплекте идут вот такие шортики. В принципе, можно использовать на лето, будет очень классно смотреться. Шортики на не сильно тугой резинке, но при этом она широкая и будет сидеть хорошо. Кармашки вот так по бокам и шортики свободного покроя. Можно использовать в качестве домашней одежды, можно при желании использовать в качестве пижамы. Очень красиво, ярко, стильно, минималистично, можно сказать, но с какой-то изюминкой. Пойдемте, Соня на себе померяет и вам покажет. Так, следующее, что мне еще попалось. О, мои любимые футболки. Обожаю эти футболки. Серия называется «Валерия темный индиго меланж», размер 50. В прошлом году я заказывала такие футболки в разных расцветках. Они однотонные, но это та самая базовая вещь, на которую стоит обратить внимание. И вот такая футболочка, посмотрите, какая красота, с V-образным мысиком. Она свободная, короткий рукав, базовая футболка, которая подойдет и на работу. С джинсами, с брюками, под пиджак, просто идеально. И расцветка универсальная. Обожаю, Василек, за то, что у них появились вот такие базовые вещи. А если раньше были какие-то яркие, то сейчас можно найти вот такие лаконичные, хорошие, да, серенькая, да, хорошо, зато подо все подойдет. И по составу у нас, конечно же, это кулирка 100% хлопок. На протяжении уже 2 лет я отдаю предпочтение базовым футболкам, черным, серым, белым или же, например, просто каким-то однотонным. Очень классно, что у Василька появилась линейка именно базовых вещей. В этот раз, как видите, я заказала серую футболку, которая также подойдет под многие верх, а также под любой низ. Очень классно, что у Василька теперь появилась страница и на Wildberries, поэтому на всякий случай ссылочку оставлю и внизу. Ну и, конечно же, переходите, смотрите большой ассортимент вещей, а также базовых вещей вы также можете там найти. Следующее, что у меня тут есть, о, тоже спорный для меня вариант, надеюсь, что сядет хорошо и мои какие-то бачка-складочки не будут видны. Это водолазка черного цвета, называется Лизи, размер 50. Может быть, нужно было заказывать и 52 размер, чтобы было посвободней, но сейчас мы это с вами проверим и вы уже сразу поймете, если вдруг у вас фигура похожа на мою, то будете уже ориентироваться. Но водолазка это с изюминкой. Я, конечно, такие вещи раньше не носила, но почему бы не попробовать? А потому что вот тут у нас вырез вот такой, и там грудь будет видна, тело. Не знаю, как на мне это будет сидеть. Мы, конечно, с вами померяем, посмотрим. По крайней мере, я померяю. Если это не сильно вульгарно будет на мне смотреться, если будет презентабельно, я вам покажу. Если нет, тогда буду худеть и потом на себе покажу. Это водолазка из ткани. Вот эта лапша вроде бы она называется. Вот такую в полосочку. Горловинка у нас. Главное, горло мы утепляем, а, извиняюсь, сиськи мы оголяем. Ну, вот такая у нас мода. Она слегка чуть-чуть расклешенная к низу. Конечно, блин,
я боюсь, что будут мои складки обтягивать. Вот длинненький вот такой рукав. Пойдемте мерить, смотреть. Надеюсь, что не будет это сильно пошло, некрасиво. Погнали. Ну да, вот эта водолазка, как я и говорила, была для меня рискованной. Конечно, я не привыкла такие вещи носить, открытые, можно сказать, даже достаточно откровенные. Не знаю, посмотрю еще, померяю, если вдруг не понравится, то оставлю для своей дочки. Единственное, что широкая вот эта стоечка воротничка, вот чуть-чуть, когда подворачиваешь, становится уже намного удобнее. Так, следующий пакетик. Это пакетик для мамы. Заказала очень интересный костюм. Да, он такой черно-серый. Костюм под кодовым названием, под кодом 36514. Основной цвет черный. Размер 54. Состав 95% хлопка и 5% полиэстера. Да, сейчас, друзья, буду, извиняюсь, показывать этот костюм на себе. Мама, к сожалению, по состоянию здоровья показать на себе не сможет. Но вы хотя бы увидите, как этот комплект там смотрится. Что же у нас в этом костюме? Вверх просто, блин, классный. Посмотрите, это у нас такая толстовка. Кстати, ткань футер двунитка. Расцветка выполнена в технике тай-дай. И эта техника и в этом сезоне будет популярна. Толстовка с капюшоном. Имеется вот такая сетчатая вставочка. И тут вставлен оранжевый шнурок для затягивания. Смотрится очень контрастно. Длинный рукав на манжете серого цвета, и спереди имеются карманчики, и тоже они выполнены с вот такой вот сеточкой. Кстати, посмотрите, тут имеется еще вставочка полоска серого цвета, металлические штучки, дрючки. Я, конечно, сейчас вам все поближе покажу, потому что, ну, так-то непонятно, просто кажется, что что-то, кусочек какой-то ткани позади выглядит вот таким образом. И в комплект у нас идут брючки черного цвета. И мне кажется, сюда больше добавлять никакого цвета не надо было бы, потому что у нас очень активный верх. Покрой обычный, глубокая посадка, широкая резинка, кармашки по бокам. Но единственное, что внизу, вот чуть-чуть, кстати, это перед или зад? Получается, позади сделали вот такую вставочку внизу тоже с вот такими штучками. Кстати, брюки на резинке. Но сейчас все поближе покажу и на себе тоже примерю. Костюм по качеству прекрасный, сел хорошо. Да, конечно, он на пару размеров больше, чем мой настоящий размер, но при этом некомфортно, удобная посадка брюк, глубокая, карманы по бокам. А также заметила, что вот этот нашивной карман на толстовке, он сквозной. Так, осталось у нас 3 пакетика, но 2 товара. Дело все в том, что недавно я заказывала вот такие стульчики на Валберс черного цвета. Я вам показывала в обзоре распаковок с Валберс. И я поняла, вроде мне и так комфортно, но видела, что на такие стулья покупают подушки. Я раньше в Васильке заказывала темно-графитовые подушки на стулья, кругленькие, которые бы на эти стулья подошли просто шикарно, но я их отвезла в деревню. А в деревню мы поедем только в конце апреля или в начале мая. А подушки мне хотелось примерить сейчас. И я заказала 2 подушечки, но, правда, круглых не было в этом цвете. Я решила заказать квадратные и посмотреть, как они будут выглядеть на этих стульях. Надеюсь, что будет хорошо. Подушки очень такие воздушные, посмотрите, как они прошиты. Кстати, их можно привязывать, они, конечно, идеально подойдут на обычные квадратные стулья с квадратной сидушкой, но не знаю, я попробую. Цвет красивый, качество исполнения классное. Вот это, кстати, как будто имитация пуговок, посмотрите.
помпошки. А по составу, что же у нас написано? Смотрите, какая бумажечка. Подушки на стол, на стул размера 40 на 40 сантиметров, высота 6 сантиметров и завязки 2 штуки. По составу 80% полиэстера и 20% хлопка. Кстати, прекрасный вариант подарка для кого-то. Почему бы и нет? Мне кажется, многим понравится, если у кого-то есть подходящая стул. Такая мягонькая, жмакать ее просто классно. Знаете, антистресс. И вот я заказала две вот таких подушечки, потому что у меня два стула. Пойдемте тоже померим, посмотрим, хорошо ли они лягут, удобно ли будет сидеть, но надеюсь, что не прогадала. Подушки оказались очень удобными. Мне приятно было на них сидеть. И не то, что было, а продолжаю их использовать на кухню. Хорошо вписались по размеру. Хотя были у меня опасения. Я думала, что под такие стулья подходят только круглые подушки. Но и квадратные тоже хорошо легли. Приятно, комфортно, удобно. Рада, что заказала. И понравилось, что оттенок подошел под мои стулья. Ну что, друзья, остался один пакетик. Очень спорный, очень красивый, но главное, чтобы на меня село хорошо. Это темно-бордовое платье. Красивое, удлиненное, из ткани лапша. А модель называется Bloom, цвет Марсала. Вроде бы Марсала или Марсала, нет, мне вроде кажется, что читается Марсала. Материал кашкарсе, состав 95% хлопка и 5% лайка. Почему рискованно? Не знаю, смогу ли я его носить сейчас, потому что максимальный размер был 48. Но вы меня знаете, я люблю рисковать. И я все-таки пытаюсь себя заставить похудеть, но платье очень интересное. И, кстати, я сейчас через пакет трогаю и чувствую, что оно очень плотное. Смотрите, это длинное платье, оно идет практически до щиколотки. Конечно, блин, оно узенькое, оно будет обтягивать все бочка. Нужно где-то корсет срочно искать. Красивый цвет, цвет мой. Не знаю, плечи тоже как-то... Ну, оно тянется, конечно. Блин, срочно надо худеть. Очень интересное платье, длинный вот такой покрой. Тут у нас по бокам разрезы идут. Вы, конечно, можете видеть, как это смотрится все на худенькой модели. Что на мне это будет, как это выглядит, не знаю. Но тут интересные рукава. Они длинные и они, знаете, вот как митинки. Выглядит очень это эффектно. Сейчас вот на руку. Ну, рука-то у меня залезет. Ой, сейчас. Вон, посмотрите. Какая красота. Жалко, что не было размера побольше. Вот 50-й, может быть, бы и сел. Вот это мне понравилось. Сейчас пойду померю. По крайней мере, вам на вешалке покажу. И для меня это будет стимул поскорее похудеть, чтобы весной щеголять вот в этой красоте. Цвета шикарный, модель шикарная. И я, наверное, не шикарная, но будем это исправлять. Вторая рискованная вещь из этого заказа, конечно же, платье. И я отдавала себе отчет, что я заказываю платье на размер меньше, но я никогда не сталкивалась с такой тканью, и поэтому не понимала, как она себя ведет. И что же могу сказать? Это очень плотная ткань, и под это платье нужно иметь точеную фигуру. Конечно же, буду заниматься собой, надеюсь, что где-то месяца через 2, через 3 это платье будет сидеть на мне лучше, но модель мне понравилась, удлиняется. Удлиненный покрой, милый игривый разрез сбоку, ну и, конечно же, вот эти рукава, а также красивый винный оттенок. Ну что, друзья, вот подошло это видео к концу. Да, как всегда, болтала, но я с вами не могу по-другому. Как можно рассказывать про эти вещи и не быть эмоциональной? Мы с вами и так всегда находимся в рамках, работа, какие-то, скажем так, поведенческие границы у нас присутствуют, но когда-то и где-то мы должны давать себе волю. А как всегда, ссылочки вы все можете найти внизу в описании. Пишите в комментариях, как эти вещи сидят на мне, но я думаю, большинство будет на них сидеть спорно, но почему бы и нет, участвуйте в конкурсе, условия, как всегда, вы знаете, берегите себя, берегите своих близких, не болейте, но мы увидимся с вами, как всегда, совсем скоро.